на протяжении 4 лет, последних 4 лет, президент Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом. Это был по-настоящему героический человек. Всей своей деятельностью он самым убедительным образом доказывал, что нет и не может быть никакого знака равенства между бандитами, террористами и целым народом. Фактически все эти годы он прикрывал собой и Чечню, и чеченцев. И уверенно вел свою республику к мирной жизни. Ахмад Хаджи Кадыров ушел из жизни 9 мая, в день нашего общенационального праздника, в День Победы. И ушел непобежденным.